Всем добрый день. У нас уже день. Ильюша уже едет обратно в Соликамск. Я пошла в магазин, ну и заодно его на остановку проводить. Да, Тайсон, хороший ты мальчик. А? Не узнал тебя? Так ты куртку одел. Я его заставила куртку, кстати, одеть. То приехал опять в одной кофточке. Достала ему куртку и заставила одеть. Как всегда, с сумкой вещи постирал. С боулом целым идет. Ладно, идем на остановку, провожаем его. И потом иду хлеб покупать и домой на что-то кушать приготовить. Катя у меня уже с Егором со школы пришли, а Оксана где-то с папой по городу гуляет. Папа сказал ему утром прием, потом должен был в 11-12 приехать. Время уже что? Три? Четвертый час, а его нету. Вот так вот и делаем ремонт. Ну ничего. Сейчас я буду сама все делать, значит. У нас нынче мужики слабый пол стал. Они ничего не хотят делать. Ничего не хотят делать. А ты что делал, пока приезжал маме? Помогал? Вот так вот. Ладно, идем за хлебом. У нас уже день. Я готовлю кушать. Поставила бульон вариться, курицу туда бросила и жарю капусту для супа. Щи хочу сварить. Решила капусту попробовать обжарить, посмотреть, как она получится, обжаренная капуста. Начистила картошку, уже все начистила, все приготовила. И осталось только готовить. Буду потихоньку делать. Сейчас покажу, что вообще готовлю. Здесь у меня стоит, обжаривается капусточка. Поставила только ее. И курицу на супчик поставила. Чайник поставила кипятить, чтобы кипяченая вода всегда дома была. Готовим кушать. Так, дорогие друзья, капуста немножко подвялилась. Но она под крышкой томилась. Поэтому я добавила свою домашнюю аджигу, которую готовила. Вместо зажарочки будет так. И пускай дальше тушится. Вот смотрите, сколько опять листвы нападало. Каждый день дети сгребают, и все равно листвы много. Так, в целом у нас вечер, и я иду в детский садик за Мариночкой. Хотела Ваню уже, ребята, в садик отдать, но он тут у меня один день погулял на улице. Получается, я в город ездила, документы увозила в администрацию. В этот день Света с ним вышла на улицу, а куртку у меня одела в одной кофте. И все, и Ваня у меня опять закашлял. Поэтому остаемся пока дома. Ладно, идем в садик. Забрала Мариночку уже с садика. Да, Марина, скажи всем привет. Привет. Да. Мама, мы идем домой. И Света мне объясняет. Марина мне объясняет, что надо ей поделку сделать. Не, это Марина, мы туда не пойдем, там вода. А, поделку, говорит, из листиков на какую-то картинку сделать. Портрет, да, Марина? Вот сейчас сходим, пособираем листочки и дома будем делать поделку с ней. А вы оставайтесь с нами, если хотите увидеть, как мы ее делаем. Я снимаю. Видишь? Да. Всем добрый вечер. У нас вечер, и мы со Светой клеим обои. Посмотрите вообще, как классно получается. Мне нравится вот эта вот расцветка, да? Уже два листа вот наклеили, и даже не видно стыков. Видно? Мне тоже кажется, не видно. Вот там, где светлые кубики, вот немного. А оно везде, вот смотри, оно даже по рисунку, видишь, идет. Оно даже по рисунку идет. Также вот напишите, вы видите стыки обоев или нет? Ну вот оно даже по рисунку видно это. Видишь полоски? И вот попробуй пойми, где стык здесь. Так что ремонт потихоньку движется. Мы со Светой молодцы. Ставьте лайки. Дорогие мои, решила я поклеить всю кухню. Видите, уже сюда начала клеить, сейчас еще клей развожу. И да, вы сейчас напишите, Настя, зачем тогда столько денег на краску потратила. Ну, хоть немножко в божеский вид, вот, смотрите, привела. Видите, все вот это вот все покрасила, все это. Извиняюсь, доски шкаф открыт, но вот так вот все выкрашено. Вот эти вот пятна не замазываются, я из-за них только решила клеить. И вот те пятна, которые меня бесят на потолке.
Буду клеить везде обои. Вот так вот мы со Светой уже поклеили. Я сейчас развожу еще клей. И будем дальше мы с ней клеить. Вы нам, конечно же, пожелайте удачи. Но на тот момент, когда видео выйдет, мы уже доклеим. И, надеюсь, постелим уже линолеум. Так что вот такие вот у нас новости. Ну что, дорогие друзья, все думают, я заклеила одну стенку, но нет. Вот тут вот не доклеила, там, потому что внизу, где мойка, пришлось замазывать всю. Там вся стенка отвалилась, поэтому завтра, сегодня замазала, завтра доклеим. И вот так вот у меня будет, тут будет кухонный гарнитур, тут будет обои, вот здесь вот обои сделаю, и вот здесь вот обои сделаю эту полосу. А там дальше пускай будет побелено. Ну, хотя посмотрю, может, уже обоями обклею. Как настроение будет? Ну, мне нравится. Знаете, сразу кофе захотелось. У меня молоко закончилось. Надо молоко купить, чтобы кофе попить. Тут кофе, видите, кофейные такие. Поэтому сразу кофе захотелось. Я сегодня вообще без кофе сидела. Аж это... Кофе хочу. Ну, вот в целом вот так вот. Пишите, как вам. Вот такой вот, ребята, у нас был день. И бонусом я вам сегодня вставлю. Мне прислали мои подписчики из Германии. Я не буду говорить, кто, чтобы вы не одолевали их. Но они прислали видео, как они гуляли по Германии. И я вам его вставлю в конце ролика. Смотрите. Надеюсь, вам понравится. И напишите, как вам вот это вот то, что я решила. Хотела сначала одну стенку, но когда я посмотрела... Мне так понравилось, я начала все обклеивать, и мы со Светиком вот до сюда доклеили, дальше будем завтра заклеивать. Ну вот в целом как-то вот так вот. Я довольна. Короче, женщины всем рулят, женщины сами все могут сделать, так что мы не унываем. Завтра доклеим этот угол и начнем стелить линолеум на пол уже. Всем спасибо, что вы остаетесь с нами. Пишите ваши комментарии, оставайтесь дальше с нами. Мы постараемся сейчас уже получше видео выпускать почаще, потому что я буду сама делать этот ремонт. Помогать мне не особо никто не помогает. Поэтому буду сама себя снимать. А вы, если вам интересно, оставайтесь, подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик, написать комментарии. Ну и всем желаю крепкого здоровья, как всегда. Всем здоровья, всем, чтобы ваши все мечты сбылись. Ну и всем пока-пока.